Всем привет, это твоя дневная доза видео. Во время полета студент-пилот находился в сопровождении опытного профессионального пилота. В какой-то момент студент случайно открыл дверь. Но быстро справился с ситуацией, и все вернулось под контроль. Если вы не знаете, что такое мясо, выращенное в лаборатории, то ученые берут клетки от живого животного и помещают их в лабораторию, и затем выращивают эти клетки до тех пор, пока мышечная масса не станет достаточно большой. Это очень круто, но ученые только что сделали кое-что еще более безумное. Несколько дней назад они сделали гигантскую фрикадельку, используя ДНК шерстистого мамонта. Эти люди учат своих собак помогать фотографировать, когда они отправляются в путешествие. Это может выглядеть жутко или странно, но это всего лишь олень с пахучими железами. Этот парень устал от этих детей, которые звонят ему в дверь и убегают. Аквалангист нашел рыбу с водорослями, растущими на голове, и это выглядит как довольно крутая прическа. Кто-то хотел посмотреть, смогут ли они купить еду для своего питомца, заехав на радиоуправляемой машинке в зоомагазин. Okay. Glow shark food. Yeah, of course. Yeah. Can he nod? Oh, he's nodding. He's gonna figure it out. Keep it up. Эти гонщики перевернули свою лодку, и им пришлось быстро переключиться на кислородные баллоны, потому что их лодка тонула. Не волнуйтесь, они оба выбрались из лодки. Я думаю, голуби не самые лучшие родители. Это выглядит немного глупо, но именно так тренируются космонавты. Они часто отправляются в пустыню здесь, на Земле, чтобы попрактиковаться в использовании своего оборудования. Это конец этого видео, надеюсь, что вам понравилось, увидимся снова очень скоро.